Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайнер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам, будем записывать его на моем безданном аккаунте, и здесь, ребята, я выполнил все заданки на контейнере. Рекомендую, ребята, подписаться на канал Вестаса, заходим, подписываемся, он снимает и стримит танчики онлайн, поэтому я думаю, вам это дело все понравится, ссылочка на его канал будет в описании, и, ребята, мини-конкурс от меня на 5 контейнеров, для участия нужно будет подписаться на его канал, поставить лайк данному видеоролику и в комментариях написать свой игровой никнейм. Все, ребята, вы, как говорится, условия выполнили. Ссылочки на этот канал в описании. Ну, конечно, естественно, самое сладенькое я оставил на сегодняшний видеоролик. Мне осталось выполнить последнее задание, ребята, занять первое место. И, да, кстати, ребят, не забывайте, что в данном видеоролике есть у нас конкурс на 10 контейнеров. Для участия нужно будет всего лишь поставить лайк данному ролику, подписаться на мой канал и в комментариях написать свой игровой никнейм. Как только наберется 1000 луксов, я, соответственно, какому-то рандомному подписчику отправлю 10 контов. Ну а сейчас мы переходим к самому сладенькому. Это, ребята, миссии. Как видите, у меня осталось выполнить последнюю, ребята, заданочку. Флагоносец, занять последнее. Ну, как бы не занять первое место, а войти просто в топ-3. За любую, соответственно, команду. Это задание у меня тоже выполнится. Ну, а здесь у нас просто вообще очень, ребята, крутецкие заданки. Бомбардир, забираем. И сейчас, ребята, я вам обо всем поподробнее расскажу, что и как вообще об этих заданках, как я вообще думаю, что я вообще про эти заданки думаю, потому что реально есть что сказать. Реально, как бы, возможно, разработчики, как бы, Tank Flying посмотрят этот видеоролик и сделал какие-то выводы и больше уже не будут вводить такие заданки, потому что, ну, как бы так намекнуть, это совсем не круто. И сейчас я, ребята, вам скажу, во-первых, о каких заданках. Ну, наверное, начнем. Ой, это карта, на которой у меня будет критовать, да? Ну, в принципе, я играю через HTML, поэтому не должно мне критнуть, ну, хотя фиг его знает. Ладно, будем играть, там посмотрим. Смотрите, по поводу заданок. Заданка, которую нам сделали разработчики на взрывание 200 мин, она на самом деле выполняется изи, я даже не почувствовал, как ее выполнил, потому что я непосредственно, когда играю, соответственно, в битве ставлю штук 10-15 минок, и поэтому заданка выполняется просто наилегчайшим способом. Здесь, наверное, даже, ребята, никаких лайфхаков вам не нужно рассказывать, как побыстрее ее выполнить, но если вам прям не втерпешь, естественно, можете нацепить на себя каких-нибудь дрончиков, с этими дронами там баловаться, допустим, на высоких звонках есть дрон-кемпер, который позволяет там по КД чуть не ставить эти минки, когда у вас full хп, одеваете этого дрона, отъезжаете там куда-то, если у вас full хп, все, вы там чуть не каждый раз этими минками ставите, ну, еще куча тоже дрончиков есть, которые, соответственно, позволяют это все дело делать. Вот, окей, переходим еще у нас тоже довольно-таки интересному и хорошему заданию, на мой взгляд, задание тоже выполняется не быстро, но оно выполняется интересно, суперски, круто, и оно мне очень понравилось, это убить 50, соответственно, танков с ближнебойной пушки, фриз, вроде бы огнемет, либо изида. Здание тоже очень, ребята, шикарное, оно мне очень сильно понравилось, поэтому одобряю. Выполняется также наилегчайшим просто способом, тем более на этом аккаунте у меня эти пушки, они в предпочтении используются, потому что здесь у меня фрезера прокачан, соответственно, все это делаю, и как бы, ну, мне это более-менее тема нравится. Окей, тоже никаких предъяв нету. И тут у нас появляется просто, ребята, суперские задания, в скобочках нет, задания отвратительные, на, ну, вот сейчас вот именно про это здание, про которое я буду говорить, оно более-менее нормально, адекватное, допустим, задание, которое вам, ну, дает такое мини-ограничение, играть только, допустим, в одном режиме, окей, без проблем, это режим захват флага, я только подумал, блин, нужно оказаться 10 раз победившей команды за захват флага, вроде как нормально, вроде как бы четенько, окей, предъяв нету. Задание, конечно, немножко геморное, но это лично, ребята, опять же, мое мнение, потому что я у нас не очень люблю режим сетева. Ну, как бы, как не очень люблю? Не перевариваю его вообще наравне с, допустим, осадой или штурмом. То есть, это не мое дело. Я, как говорится, блин, а, кстати, я в этой покатке, походу, у нас не займу, и, походу, мне придется перезаписывать. Ну, не перезаписывать, а докатать вне ролика это дело, но давайте дальше продолжим. И тут начинаются две просто самые мерзотные, отвратительные сданки. 50 раз займи, как бы, войди в топ-3, это окей, я бы, ладно, понял, в топ-3 занять, ну, ладно, как бы, без проблем, топ-3 я займу, как бы, ну, задание как задание, вроде нормально, вроде можно поиграть, можно побаловаться. Но нафига делать ограничение, то, что, опять же, нужно выполнять только в захвате флага.
Блин, матчмейкинг, нужно было сделать это задание, чтобы просто в любой матчмейкинговой катке оно выполнялось, и это было бы грамотно, это было бы крутецки, потому что, блин, ну тебе как минимум нужно сыграть будет, да, 50 боев только в одном режиме, а вы понимаете, да, что 50 боев только в одном режиме, но это совсем уж не весело, совсем не интересно, и скукотища полнейшая, прям скотская скукотища, я бы это так назвал. Ну окей, с горем пополам как-то мы все-таки, ребята, это дело довыполняем сегодня, надеюсь, мне это все дело удастся выполнить очень изящный, как говорится, мне в этой катке. Ну, в этой катке я не знаю, но попробуем. Не стоит еще сдаваться. Хотя последний флаг остался, тоже, знаете, такое себе. Ну да ладно. Вот. И последнее задание, которое я, ребята, заранее выполнил. То есть вот эти вот сыграть 50 боев я выполнил, ребят, намного раньше, чем задание, которое называется а собери вот этих 30 ящиков энерджайзера. Ах, господи, ребята, вы просто не представляете, насколько это ублюдское задание. Во-первых, оно как бы, ну, рассчитывает на то, что должен ты просто сидеть... Ой, я, кстати, ребят, третье место занял. Просто должен сидеть и мультить абсолютно во всех катках. И ладно, я, в общем-то, не против такого дела. Окей, кому нравится, сидит, мультит, как бы, это все нормально. Но, разработчики... По этой причине убрали ящики с кристаллами. Помните, ребята, ящики с кристаллами, которые разработчики упали, которые просто падали, когда люди просто собирали их. Они усираются и говорят, что нет, мы не добавим их не из-за того, что мы жлобы, а из-за того, что это просто провоцирует на как раз-таки тот самый... ну как, мультишь, ты не играешь, игроки не играют, они занимаются просто собирательством. И тут разработчики вводят такую тему: занимайтесь собирательством, серьезно. Ты как бы сидишь и просто это дело собираешь, просто как бы ничего не делаешь, сидишь, пердишь, как говорится, и все, на этом финит а-ля комедия. Я, конечно, не подстрекатель, но зачем противоречить самим себе? Типа вы убираете кристальные ящики, дабы, ну опять же, аргументируя это тем, что ну вот, это все мультоводство, мы это больше не будем вводить, потому что это вредит игре. И тут бах, берете и добавляете опять эту хренать. А вы что, кстати, так мало у меня контейнеров? Это все контейнеры, которые даются? 9 штук? Серьезно? Я ради 9 контейнеров настолько сильно потел, и, ребята, в общем-то, я потею уже второй день. Ну ладно, давайте один раз откроем по пятере, посмотрим, что из этого, ребята, у нас всего здесь выпадет. Надеюсь, что-нибудь интересное, хотя, ну, опять же, рассчитывается, что мне быть интересно, мне выпадет с этих контейнеров. О, зеленый, серьезно? Это может быть нормальный дроп? 50 батареек? 100 всех припасов и... X2. Слушайте. Не, ребята. Мне выпало 200 всех припасов и 10 тысяч кристаллов. Это получается всего одна белянка. Всего лишь, ребята, одна беляночка. И, как говорится, 4 зеленки. Я, конечно, не подстрекатель. И нарки вроде бы как бы у меня не очень-таки сильно и много. Но это офигительно. Это просто очень и очень круто. Типа по 100 всех припасов мне прибавили плюс 200 аптек. Это очень крутецкий дроп, серьезно. Блин, последние 4 контейнера. Я надеюсь, что вы будете такие же сочные, как и были у нас до этого. Но здесь, к сожалению, придется, ребята, открывать у нас по одному. Поехали, синие, 25 тысяч кристаллов, серьезно, во, так, ладно, давайте еще раз будем открывать, ну, минки, как бы, дефолт, и еще, на... еще синие, устройство, мне выпало устройство, это вроде устройство на рельсу, усиленный привод наводки, но, как бы, рельсы у меня на этом аккаунте нету, но теперь придется, походу, покупать, я, конечно, не, ну, слушайте, к слову, ребята, просто как бы на этом аккаунте я у нас сидел, потел, и вот сейчас, когда я хотел открывать эти самые контейнеры, я думал, ну мне сейчас выпадет просто такая рыганина, у меня сейчас просто задница, я не знаю, взорвется и будет полыхать, потому что когда я выполнял это все дело у нас на как раз таки стримчике, мне ребята там говорили, да я выполнил, да мне там выпала только одна белянка, одно устройство выпало, там мне только белое выпало, соответственно, мне вообще не повезло. К слову, ребят, к слову, это, конечно, не супер дроп. Это прям вообще просто не супер дроп. То, что мне сейчас дропнулся. Ну, блин, и кушечку поймал. Но, я вам скажу, это неплохо.
Чем мне выпало, получается, 35 тысяч крест. А, мне еще 3 500, 6, 7, 8. Ну, получается, 38 с половиной тысяч кристаллов, по 200 нарки, устройства. И еще там по чуть-чуть нарочки мне выпало, минки, нетрухи вроде бы. Я считаю, это прям достойно. Ну, неплохо, прям вот неплохо, потому что я себе вроде как бы и немножко звание здесь прокачал, и немножко поиграл, и немножко, как говорится, кристалликов, но заработал в матчмейкинге, конечно, потратил я у нас достаточно неплохое количество нарки, но это все равно офигительно, офигительно, ребята, просто я, например, я в восторге. То, что я вот забрал все эти контейнеры, я их открыл на своем бизнес-аккаунте, и то, что я сейчас выбил, я в восторге. Это, конечно, не супер дроп, там не какие-то миллионы кристаллов, но по факту мне это на бездоната и нужно. То есть мне не нужна здесь анимаха или еще какое-нибудь дерьмо. Ну, конечно, XT предмет можно было, но анимаха, ну, такое себе, знаете. Все-таки нарко, кристаллики, это немножко будет пополезней. Поэтому, ребят, такой ролик у нас получился. Надеюсь, он вам понравился. Если так, обязательно ставьте ему свой царский лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Ну, с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Freak show.